Всем подписчикам привет! Ходили в лес за грибами, но сушь, дожди прошли, а в лесу сухо. Немножечко попадались маслят и начинаются рыжики. А на выходе из леса в осиннике обнаружили семейство груздей. Это грусть осиновый, растет в содружестве с осиной. Или под осиной, под листвой. Это хороший гриб, пластинчатый, который идет преимущественно в засол. Я покажу сейчас поближе его. Вот он срезан. Он имеет пластинчатую структуру под шляпкой. И растет в содружестве с осиной. Грусть осиновый. Не проходите мимо, собирайте. Это вкусный гриб. В засоле хрустит. Спасибо всем за внимание. Начинается грибная пора.